Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Точка зору депутата». Я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні. Ігор Кузьмін, радник голови Миколаївської обласної ради. І Станіслав Мартиросов, депутат Миколаївської обласної ради, член постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про реформи місцевого самоврядування, про децентралізацію. У нас працює прямий номер телефону, будь ласка, телефонуйте 76 92 42, і будь-які питання щодо нашої теми будуть поставлені вами, а наші гості будуть на них відповідати. Ігоре Валерійовичу, давайте почнемо з того, що нагадаємо нам всім, так і нашим телеглядачам, і собі також, що дійсно от децентралізація, реформи місцевого самоврядування, ну це на слуху у кожного зараз, тому що це стосується не лише людей, які живуть в наших районах сільських, так, ну і кожного з нас, тому що це зміни, зміни в нашому житті, зміни в нашій державі. Йде зараз такий активний процес роз'яснення, так, громадам, сільським громадам, що вони виграють від того, що вони об'єднуються. Можливо, десь вони і програють, тому що ну треба дивитися так відкритими очима на такі навіть позитивні речі. І давайте почнемо наш ефір з сюжету, який саме про це, про цей роз'яснювальний процес. Трохи подивимось, а потім будемо говорити саме про те, як роз'яснюється, чи сприймають ці роз'яснення наші з вами земляки, і дійсно, що ми виграємо від того, що відбувається, і які є такі ситуації, які, можливо, ну, є такі кризові в цьому питанні. Будь ласка. Представники Офісу реформ пояснюють, що децентралізація має здешевшити та поліпшити процес надання послуг, делегованих владним структурам. Саме тому адміністративна реформа і повинна в кінцевому результаті привести до об'єднання громад. За перспективним планом, 314 громад Миколаївщини перетворяться на 32 територіальні одиниці з власними центрами, бюджетами та органами управління. Всі економічні показники показують, що для покращення життя в цілому громади району, для збільшення обсягу видатків на розвиток громади, необхідно зробити одну громаду в районі, яка буде спроможна, ефективна, і яка надасть змогу надати всім жителям нашого району послуги, починаючи з Доманівки і закінчуючи в селах району. На жаль, прихильників добровільного об'єднання через брак поінформованості наразі замало. Проте іншого шляху не існує, стверджують фахівці. Стара система влади недосконала. На її утримання із бюджетів різних рівнів виділяється від 60 до 80% всіх зароблених коштів, хоча згідно Конституції України вони мають витрачатись на більш важливі цілі. У нас освіта яка? Безкоштовна. Медицина безкоштовна. А все коштовно, так? На школу здай гроші, лікарю занеси і так далі. Загалом на Доманівщині наразі живе близько 26 тисяч людей. На цей круглий стіл запросили 118, які представляють інтереси жителів територіального центру. І лише 6 із них утрималися або були проти впровадження адміністративної реформи. Аналогічні круглі столи нині відбуваються у кожному населеному пункті району. Аби зрозуміти, хто проти, та пояснити, чому об'єднання – єдиний шлях розвитку територіальної громади. Одне із таких сіл – Зелений Яр. Тут проти об'єднання. Стверджують, що стара влада все одно залишиться біля керма, а розвитку не буде. Як буде тут в нас нормальна людина, яка може довести до нашого ума, до всього, що воно треба, то ми, можливо, це все можна зробити. Слід зазначити, що першим кроком впровадження адміністративної реформи стала можливість розпоряджатися бюджетами на місцях. У Зеленому Яру це привело до позитивних зрушень. Відремонтовані дитячі садки та школа. Проте сам бюджет цьогоріч на 300 тисяч гривень менше за минулорічний. Тому селяни і не знають, як їм ставитись до реформи. У нас зараз є районна рада, там 28 чоловік.
28 народних, тобто 28 депутатів районної ради. І що, справляються? Децентралізація влади – не панацея, стверджують експерти. Позитивні зрушення вже є, проте істотних змін держава зазнає лише тоді, коли адміністративна реформа почне працювати наповну. У територіалів з'явиться можливість налагоджувати виробництво, в тому числі і сільгосптоварів. І не боятися, що доходи потім відберуть. Проте для цього потрібен час. Ну, ось ми побачили і почули думку жителів Зеленого Яру, ми почули експерта Офісу реформ Олександра Дудюка, який активно роз'яснює позицію влади в цьому питанні. І ну, в одному з недавніх наших ефірів, от Олександр сидів от саме на цьому місці, і ми з ним говорили просто і про ризики, і про переваги от того процесу, який буде відбуватися. Те, що ми почули від людей в цьому сюжеті, ну, це такий... Один-два таких, такої думки, так, що це не потрібно робити. А з якими проти ви стикаєтесь в процесі вашої роботи? Що ще говорять? Чого ще бояться люди? Ви знаєте, ми, проведя ту роботу, проведя через сесію обласного совєта і схваливши перспективний план, тот, який сьогодні є, проведення реформування, мы проводили значительную работу этих последних три месяца. По сути, и представители Офиса реформ, и областная государственная администрация, и областной совет были задействованы в этой работе. Проведено больше 200 встреч за эти три месяца. Более 180 материалов опубликовано с вопросов децентрализации власти в средствах массовой информации. За это бы хотел поблагодарить и журналистов, и средства массовой информации, и интернет-издания, которые помогают проводить эту разъяснительную работу. Все люди, которые заинтересованы в проведении реформы, которые понимают ее суть, ознакомились с ней, они ее воспринимают. Воспринимают положительно. Почему? Потому что это путь к местному самоуправлению. То, о чем мы всегда говорим. Эта реформа является одной из базовых реформ, которые требуется в государстве провести. Потому что без этой базовой реформы определить степень ответственности местного самоуправления, дать ему какие-то полномочия, выстроить систему государственного управления с привлечением местного самоуправления будет практически невозможно. Поэтому внимание огромное. Мы все видим и на законодательном уровне то, что происходит. Мы видим о том, что и слышим, что будет в ближайшее время Верховным Советом приниматься ряд законодательных актов, в том числе изменения в Конституции Украины. Наверное, когда будет принят весь пакет документов, станет меньше вопросов, меньше боязни того, что сегодня мы слышим по телевизору, в этом телесюжете. Ну, это как бы получается, что это все-таки не мнение журналиста, да, это люди действительно, они реально боятся, потому что сейчас они живут, они работают, они, в принципе, у них есть уже слаженная какая-то жизнь, и здесь вот совсем, да, зачем объединяться, для чего, станет ли лучше. Мы, наше государство, да, Украина, пользуемся польским опытом, ну, в принципе, в большей степени, да, польским опытом децентрализации, их, как бы, методологии, вот, и когда, как бы, мы тоже изучали, да, интересно же все-таки, интересная тема, и вот я читала статью от польских разработчиков, как раз людей, которые вот стояли у истоков этого всего, и там замечательная такая фраза, и вот Александру я ее приводила на прошлом эфире, он просто очень интересно ответил, я хочу такой же вопрос задать вам. Так вот, там заканчивается эта статья, что да, все, есть риски, есть, так сказать, преимущества в этом всем, но работает эта реформа, да, и дает вот эти вот перспективы развития, и действительно все получается при стабильном финансировании и стабильной экономической обстановке в стране. Опять, да, у нас, к сожалению, нестабильного финансирования, нестабильной экономической обстановки сейчас нет, но реформа уже идет. Александр сказал, что надо быть оптимистами, и надо верить в то, что вот все-таки к концу реформы у нас будет и финансирование, и экономическая обстановка. Как вы считаете, что можно сейчас все-таки уже сделать, потому что реформу не остановить, а обстановка и финансирование, к сожалению, пока... не изменяется с ними ситуация. Вы знаете, если есть два таких изменяющихся ситуации, фактора, о которых вы говорите, то третий должен быть приоритетом. Это приведение к
управлению таких территориальных громад высококвалифицированных специалистов. Mm-hmm. Те, которые имеют опыт работы, те, которые смогут выстроить предоставление административных услуг на территории этой объединенной территориальной громады, те, которые смогут оптимизировать ту сеть бюджетных учреждений, которая сегодня будет, ну и существует, и она должна развиваться. Тот ресурс административный, который сможет справиться с этими задачами и максимально приблизит предоставление услуг государства к потребителю, к жителю, та громада будет и развиваться. И та громада будет и голосовать за такого руководителя, и его коллектив, с которым он будет работать. И это, опять-таки, один из принципов реформы, и он заложен. И сегодня радует то, что последние, ну, как бы неделю, наверное, идут уже звонки от молодых людей, которые заинтересовались предстоящими выборами, которые видят в этом свою реализацию и путем прихода к управлению таких объединенных территориальных громад. И интерес в обществе, поверьте, есть. То есть это люди, которые там живут на месте, или опять же, вот если кто-то туда поедет с благородным желанием поднять вот село на высочайший уровень, скажем так, то надо будет решать с жильем, надо будет решать с доходами, с зарплатами и так далее. Вы знаете, я бы не так, наверное, характеризовал ситуацию в районах Николаевской области, потому что если эта реформа будет продвигаться вперед, то мы будем видеть постепенное уменьшение функций районных государственных администраций. А те специалисты, которые есть в районных государственных администрациях, они могут стать подспорьем и могут стать тем, скажем так, базисом для развития тех территориальных громад, которые они будут созданы. В любом случае, нужно предоставить тоже жилье, зарплату и рабочее место. Они же там живут. Ну, не все живут в селе, правильно, в котором он будет, внедрять и себя реализовывать. У нас 14 территориальных громад сформированы по принципу «один район, одна громада». И здесь в этом мы и находимся в выигрыше. То есть, как бы получается, головная усадьба, да, как мы раньше это все называли, да. Все равно она остается, да, там же, где она есть, да, и сейчас, просто будет называться по-другому. Да. Хорошо, в принципе, работа проведена большая, да, и громады все-таки есть. Общины, которые хотят объединиться, вот кто это, сколько их и на каких они хотят объединиться, вот какие у них есть общие интересы. Почему, знаете, они хотят объединиться? Вы знаете, в самом законе про добровольное объединение территориальных громад, если его подробно изучать и проставить пошагово те шаги, которые должна сделать территориальная громада при объединении, это будет порядка 17 шагов, которые необходимо сделать. Ну, во всех районах области у нас и в тех территориальных громадах, которых мы планируем создать в рамках перспективного плана, этот процесс уже начал продвигаться. Первый шаг – создание инициативных групп, инициирование процесса объединения уже пройден. Все остальные, как бы, если расписывать, ну, находятся в 3, в 5, в 6 шагах от начала и движутся к окончанию процесса для того, чтобы выйти в последний шаг – это утверждение на сессии областного совета, схваление такого добровольного объединения. Есть какие-то вот остаются проблемные вопросы, как вот, допустим, то, что мы с Александром тоже обсуждали, это вот Вознесенск, да, Вознесенск хочет быть, город Вознесенск, он отдельная громада, а весь район собирался там объединяться вокруг Александровки, но Вознесенск находится практически в середине, то есть вот как это решить было по инфраструктуре? Этот вопрос остался или же все-таки он вопрос снят? Остался, по Вознесенску, остался, Вознесенскому, да? Району остался, есть, возникают и вопросы и в других территориальных громадах. Наверное, уже не раз слышали такой тезис, да, что среди равных ищут главного. Да, и очень тяжело найти как раз с двумя-тремя равными, кто будет старше и на базе чего это будет происходить. Это что уже из Оруэлла, да? Вот все, да, равны, но есть, да, те, которые более равны. Хорошо, будем надеяться, что, в принципе, ваша работа, ваше стремление, ну, и дает, и даст свои плоды, и все-таки это объединение будет не таким болезненным, как люди себе представляют. А выборы у нас уже очень скоро, уже у нас начинается прям борьба предвыборная. 25 октября у нас будут уже непосредственно день Че наступает, час Че. Некоторые люди вот еще все-таки до сих пор не понимают, зачем это, как это, какие-то изменения будут, вот. Как они будут проходить, Станислав Викторович, вот по вашему мнению, какие прогнозы? Ну, они будут проходить так, как прописано в законе. Так, и согласно, ну, это да, это и согласно закону, и согласно
постановам и решениям Центральной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий. Действительно, закон о выборах претерпел определенные изменения. Депутаты сельских поселковых советов, они будут избираться по той же системе, по которой избирались 5 лет назад. Это мажоритарная система с относительным большинством, где побеждает человек, который набрал наибольшее количество голосов. Что касается городских, районных и областных советов, то это будет пропорциональная система с закреплением депутатов за определенными округами. И это так называемая пропорциональная система с открытыми списками. До этого у нас была смешанная система, когда половина депутатов избиралась по мажоритарным округам, по относительному большинству, а остальная половина выбиралась по закрытым спискам по пропорциональной системе. То есть закрытые списки, ну как бы, очень много критики сейчас этого закона, что, мол, никакая не пропорциональная, никакие не открытые списки, на самом деле и пропорциональная, и списки открытые, просто нужно разбираться немножко в терминологии. Закрытые списки, они закрытыми называются не потому, что их всех скрывают от избирателя. На самом деле все списки открытые, можно с ними ознакомиться. И были, и сейчас есть. Закрытые – это когда место кандидата в списке партия обозначает раз и навсегда, и он уже потом не меняется. Открытые списки – это когда избиратели неким образом, голосуя, влияют не только на то, какое количество кандидатов от данной партии станет депутатами, но и место этих кандидатов в списке. То есть система будет работать следующим образом. За каждым округом будет закрепляться, ну партия имеет такое право, за каждым округом будет закрепляться определенный кандидат, и в бюллетене для голосования будет название партии, фамилия лидера списка и фамилия этого кандидата. И избиратели должны помнить, что когда они будут выбирать депутатов в городских районах и областного совета, они как бы, отдавая свой голос, вносят его сразу в две копилки. Одна это копилка партийная, которая определяет, сколько партия в целом в области, в районе, в городе получит голосов и, соответственно, потом мандатов в Раде. И вторая копилка – это копилка конкретного этого депутата. Чем больше он наберет на округе конкретный депутат, тем более высокое место он займет впоследствии в рейтинге. И таким образом это открытый список, то есть избиратели таким образом влияют на расположение кандидатов в списке и на то не только, какая партия пройдет совет, но и какие конкретно кандидаты от этой партии попадут в совет, а не то, как определит партия. А вот еще сразу же задам вопрос. Вижу, прихожу на выборы, вижу бюллетень, вижу фамилию, но не знаю, кто это. То есть лидера партии я еще, может быть, знаю, допустим, да, если это человек, который известен, или глава нашего областного, или это. Я понял. А вот тот, который второй, где можно посмотреть его добрые дела и так проникнуться, чтобы за него проголосовать? Если вы не знаете, то это проблема этого кандидата. Угу. Потому значит, что он плохо работает, потому да? что вот эти вот кандидаты, которые будут закреплены за конкретными округами, они теперь заинтересованы работать точно так же на конкретном округе и на партию, и на себя. Потому что чем больше он голосов принесет в партийную копилку, тем больше у него шансов попасть, тем больше у партии шансов преодолеть 5% барьер, а сейчас именно такой барьер установлен, и набрать еще больше голосов, соответственно, получить больше мест в мандате, и тем больше у него лично шансов, чтобы он продвинулся вверх по этому списку и все-таки попал в проходную часть. То есть вот такое, такой симбиоз пропорциональной и мажоритарной системы, ну вот он, то есть партия заинтересована что, в том, чтобы были сильные кандидаты. Выбрать, да, уже да. В своем списке таких людей, которые то есть просто на одном партийном бренде сейчас можно и не выехать. И тут, конечно, есть, ну у любого закона есть, и у любой системы есть свои недостатки, свои преимущества. Тут, конечно, есть опасность того, о чем говорили, что конкретный кандидат на округе набирает очень много голосов, больше, чем все остальные, но партия в целом по многомандатному округу не преодолевает 5% барьер, и он не становится депутатом. Ну, такие особенности пропорциональной системы. Еще очень интересный момент, который нововведения, о которых много говорили,
и наконец-то они появились, это то, что мэры крупных городов, более 90 тысяч избирателей, в данном случае это у нас город Николаев, будут избираться по мажоритарной системе абсолютного большинства. То есть для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов от тех, кто пришел голосовать. Если этого не произойдет 25 октября, то будет так называемый второй тур, когда два кандидата, набравших наибольшее количество, они будут между собой соревноваться за мэрское кресло. И это, я считаю, правильно, потому что, в принципе, ну, чем больше кандидат в мэры получит голосов, тем более легитимен он будет. И еще один такой очень интересный момент, это то, что в этом законе не менее 30% партийного списка должно быть партийного, оно должно быть отдано под, скажем так, лиц одного пола. То есть это должно быть либо 30, не менее 30% женщин, либо все остальные могут быть мужчины, либо не менее 30% мужчин, а там все остальные женщины. Это как бы в рамках гендерной равности, но это весьма интересный момент. Это тоже да, нововведение. Да. А вот с этим вот объединением территориальных общин, да, вот как-то это повлияет на, ну, это учитывается при, как будут эти... Если выборы? Эти решения, все документы, решения областного совета будет до 15-го, правильно? Да, до 15 августа, то тогда в этих общинах 25 октября будут проходить первые выборы. То есть для них это будут первые выборы, они будут новосозданы, и там будет по этому закону, там будет выбираться свой глава, свой совет, старосты населенных пунктов, согласно этому закону. Но если это произойдет до 15 октября, если этого не произойдет, то, увы, на 25 октября, на эти выборы, эти новосозданные общины не успеют, им придется проводить эти первые выборы после объединения, после уже 25 числа. Это, конечно, не есть очень хорошо, потому что не будем забывать, что... То есть в тех, которые старыми остаются общинами, они, у них вообще никаких выборов? Нет, не будет, конечно, да? Проходят. А потом они еще, да? Если они захотят потом объединиться, создать территориальную какую-то новую общину, то у них будут проходить новые выборы. А если их все устраивают? Они объединятся, и все хорошо. И те же самые. Нет, могут это они новая, оставить? Это новая административно-территориальная единица. То есть они даже тех же самых, может, ну должны будут переизбрать да, на да, новых и выборах, это, ну, да? Да, будут новые выборы, потому что это новая административно-территориальная единица, новая там какая-то данность, новые условия, новое объединение, там должны проходить первые выборы. И это, конечно, ну, не очень хорошо, что не успевают, потому что не будем забывать, что выборы – это и деньги. И на эти выборы выделяется субвенция из государственного бюджета. А вот как потом проводить выборы, это тоже все. Это все. За это за все кто-то должен заплатить. Конечно. А как вот, опять же, возвращаясь к объединению территориальных громад, вот списки избирателей, да, вот ничего не влияет, они также и остаются, то есть проблем не будет вот себя найти там в бюллетене, если это новые выборы для новой общины. Для этого у нас создан и давно ведется государственный реестр избирателей, который, ну, в целом работает нормально. То есть на это уже не влияет? Нет, ничего. Абсолютно. Каждый приходит, себя видит, если там какие-то сомнения может проверить, то это, здесь ничего не изменяется. Тут ничего не... Точно так же. Работа со списками избирателей будет точно так же. В этой громаде будет своя территориальная избирательная комиссия, которая будет создавать свои дельничные выборчие комиссии, которые точно так же будут работать со списками избирателей, с избирателями. То есть в данном случае процедура мало чем поменяется. На тех выборах, которые были, президента и потом нашего парламента, да, разные были вещи. Можно было в день выборов, там, если какая-то проблема, через суд там себя в списке найти, да, или туда вновь включить, скажем так. На этих выборах ничего пока вот никаких изменений. В день выборов изменений по этому закону и изменениям в списке избирателей тут не вносятся. За 5 дней необходимо прийти и проверить в избирательной участковой комиссии свое наличие, там, правильность написания и так далее. То есть в данном случае вот эти нормы, они на самом деле, как и в президентских выборах, и в парламентских, да и в выборах местных советов, они не изменились. Вообще, как бы, очень многие нормы, они кочуют из закона в закон, и они отнюдь далеко не всегда плохие. Та же процедура подсчета голосов, подбытия подсумки в голосовании и так далее.
В данном случае никаких кардинальных изменений не произошло. В любом случае, надо идти не позже, чем за 5 дней до дня голосования. Если у вас есть сомнения, если у вас были проблемы когда-то со списками, идти и проверять наличие, дабы написать заявление, чтобы все было исправлено. Одна минута у нас остается. Давайте посоветуем избирателям, вот на что обязательно надо, пока есть время, обратить свое пристальное внимание, для того, чтобы в день выборов все было хорошо. Ну, думать надо, наверное, просто, так, за кого голосуешь. Это однозначно. Это конечно. Это однозначно. Это самое главное. Да, я не хочу сейчас ни за кого агитировать, но просто думать и быть активным избирателем. Не прогуливать. Нельзя отдавать никому другому решение собственной судьбы. Надо идти и голосовать. Или принимать участие в качестве кандидатов. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы были в нашей студии. Приходите к нам еще обязательно с хорошей информацией, с интересной информацией. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами і сьогодні були уважними до нашого ефіру. Нехай так буде і завжди. Будьте з нашим телеканалом, а ми будемо разом з вами. Будемо готувати для вас цікаво, корисно. І дуже-дуже хочеться, щоб ця інформація, яку ми будемо готувати для вас, була завжди приємною. Не завжди так трапляється, але все ж таки ми будемо намагатися так робити. Я дякую вам і до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв.